Итак, друзья, приветствую вас на прохождение игры «Одни из нас». В прошлой части вот мы остановились вот на этом месте. Здесь вот мы все просмотрели. Ну, пошла. Проверили. Здесь вот в палатках по мелочи собрали там всяких предметов. Сейчас вот нам сюда надо. Можно было и там, конечно, перепрыгнуть. Ну ладно, зайдем здесь. Так, смотрите. Смотрите, ну-ка, здесь-ка я слезу. Здесь надо слезть, поглядеть. Везде делаю осмотр полный, блин, практически, можно сказать, тщательный. Чтобы... Эй, а может туда? Сейчас, куда? Похоже, тут можно пройти. Сейчас, пойдем. Так, нет, стоп. Пока сюда не пойдем. Вот сюда хочу зайти. Подождите секундочку. Так, проход есть там и проход есть здесь. Давайте пройдемте. Просмотрю я все-таки. Так, тут дверь. Через нее нельзя войти. Да, сюда тоже нельзя. Вниз спустимся сейчас вот. А это не вниз, это просто как бы. Все ясно, ничего нету. Ну, значит, заходим. Беги. Давай-ка. Ничего нету тут. Ёшкин-маташкин. Закоулки в этом. Не, нету. Ладно, все, пошли. Короче, ничего нету. Открываю ворота. Давай. Заржавело. Нужно идти в обход. Ну ладно. Нифига. В обход, да? А где пойдем в обход? Давай, беги. В обход, блин, в обход куда именно? Непонятно. В обход я не пойму куда. Где есть тут проход? Прохода я не вижу. Давай. Странно. Все это странно. Скажу честно. Так, ладно, сюда давай. Тут никак. Пошла. А и сюда не пройти, да? Ну, пошла. Ворота есть какие-то, но ворота, блин, закрыты. Что-то я не пойму, блин. И куда нам идти, если говоришь в обход идти? Сейчас гляну, это что? Нет, нельзя сюда. Подвинься. Нельзя сюда зайти. Пройти. И здесь тоже. Блин. Что, возвращаться, что ли, надо? Вообще странно. О,
очень-очень странно. Пошла. Смотрите, ну вернулись мы сюда и чё? И какой обход ты нам предложишь? Интересно, блин, на лошади он зайдет сюда вовнутрь? Блин, заходит. И а дальше все, да? Давай. Так, в обход идти, в обход. Это что мне надо сделать, блин? Вернуться, что ли, и... Открытие ворота? Нифига не пойму. Куда здесь-то? Здесь ничего нету, прохода никакого. Тут тоже не вижу ничего. Блин, а где подсказки? Но. Подсказок тоже не видать. Вообще интересно. Так, на лошади не пройти сюда. И туда она не заходит. Иди твою медь. Так, а что делать-то? Что делать, я не знаю. Нет, он не откроет ее. Все это фигня. Причем конкретная. Так. Сдвинься. Так, а в обход идти, перелезть она не сможет, да? Перелезть она не сможет, а нам куда? Ёшкин ты Маташкин, а? Что ты будешь делать? Куда идти? Нужно идти в обход. Какой обход? Куда обход? Вообще непонятно, я вам скажу честно. Вообще непонятно. Все везде закрыто. Все везде закрыто. Еще раз давайте уже сюда. Нет, ну тут бесполезно. Тут видно, что нифига. Возвращаемся тогда, что открываем ей ворота, получается, да? Не знаю. Наверное, так. Что вот здесь? Ну, некуда идти. Что ты делай? Некуда. Слазь. Пошли.
Итак. Что мы тут имеем? Покамись. Ничего мы здесь как бы не имеем. Так, ладно. Блин, я уже тут все забаррикадировал. И что делать? Фиг разберешь. Фиг разберешь, что делать, блин. Хрен просышь. Так, и что, где подсказки, блин? Обычно вылазить должны, а тут... Подсказок я не вижу. Подсказок я не вижу, куда идти. Подойду к воротам. И чё? Что тут делать? Блин, очень странно все это дело. Очень странное дело. И она что-то, блин, не подсказывает мне. Сама, видать, не знает. Иди. Так. Давай. Тут нету ничего, значит, обратно сюда скачем. Здесь проход. Так, оттуда. Так? Нет. Нет, нет, нет. Не так, не эдак. И сюда нам не залезть. Это вышка. Блин, ума не приложу, скажу честно. Чё, куда здесь вообще? Что делать дальше? Очень странно все это. Чё тут? Проходишь? Тоже не проходит. Тоже не может пройти. Ни туда, ни сюда. И не оттуда. И не отсюда. Люки. Пока не вижу ничего. Пока что так. Интересно. Очень даже интересно, блин. Странно. Песенки поет, ну пусть поет пока. Тут что, могу залезть? И тут я не могу залезть, смотрите. Все это фигня какая-то. Так. Сюда я залезть не могу. Да. Что это значит? Это значит, что входа здесь нету. Так.
куда нам податься. Вообще не врублюсь. Через кусты не пройти. Здесь тоже не пройти. Так, тут-то. Тут-то прохода нету. Так, значит, короче, смотрите, друзья, сейчас на паузу поставлю. Как найду проход, включу, покажу вам. А вот и смотрите, появилась у нас. Ну, блин, был же я здесь, ё-моё. Ну, был же я тут, и чё за фигня? Где она? Не вижу. Твою мать, да куда она делась-то? Был я там, стоял на этом месте, и чё? Нифига. А, ящик. Ящик тянуть, да, надо было? Ладно, хорошо, попробуем ящик подтянуть. Ну вот, друзья, блин. Вот этот проход. Короче, к ящику надо было подойти. Ну и, скорее всего, этот ящик надо пододвинуть. Туда вниз, я так думаю. Давай, давай, тащи его. И перелезь через забор. О, видели? Вот такая вот петрушка, блин. У меня были другие идеи, но и так сойдет. А я там бегал, короче, так и не мог найти, в чем дело. Берете ящик, катите. Он врезается. Ага. И что здесь? Могли бы подсказку раньше дать. Так, ладно, беру ящик на машину, скорее всего. Отходи, отходи. Ну что ты стала там? Сюда нам надо, по-моему, на тачку. Да, и наверх. Вот таким макаром. Такс. Смотрите, солнечные батареи. Эли, давай руку. Вот так. Спасибо. Не за что. Так, смотрим. Ну, что тут? Сейчас я просканирую на всякий случай, блин, помещение. Эй, где они? Так, патроны. Взял, да? Хорошо. Что-то все разрушено. Что-то все разрушено, блин. Так, сканирую. Всякий пожарный, блин, случай. Надо сканировать. Так, ничего нету. Шкафчики у нас. Что здесь? О, шкафчики. Улучшение для оружия. Так, тут ничего. Тут ничего. Вот вам улучшение для оружия. Тишина, находится спокойно. Сейчас тогда соберем, посмотрим.
Ну и потом улучшим тогда. Есть, есть. Есть, есть, хорошо. Соорудили. Соорудили, замечательно. Так, а по таблеткам у нас 60. Хорошо, такс. Я думаю, можешь максимум здоровья улучшить. А потом уже тогда свистунов этих, блин. Ну, ничего больше не вижу. Иду дальше. Так, 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 стол. На столе ничего нету. Идем. Идем, идем, идем. Так, подождите. Шкафчик. Замечательно. Замечательно, замечательно. Так, 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 сюда зайдем. Здесь тоже генератор. Йоко! Цикады! Лекарство само пришло. Подожди, цикад-то нету, подожди. Давай потише, пока не ясно, что происходит. Так, сканирую. Пока не ясно, да, что-то она разоралась. Цикад нету. Они, скорее всего, тоже все превратились. Так, шкафчик. Я думаю, сейчас будет нападение потом, да? Как обычно. Ну, сейчас что-то... Слабенько, слабенько, слабенько дают нам здесь. Так, еще дверца одна. Здесь у нас что? Ничего. Давай-ка. Ножом. Твою мать, ты чуть не кинул. Чуть не кинул я, блин. Вот, смотрите, для оружия. Ух, 4-й уровень получил, нифига себе. И книжечку. Так. Здесь у нас что мы имеем? Так, 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 что-то будет, что-то будет. Угу. Хорошо. Опа, 75, смотрите, как раз мастер ножа, блин. Так, ладно, сейчас потом к станку придем. Уже потом оттуда гляну я. Так, ладно. Сюда. Давайте-ка я все-таки к станку сейчас сразу подойду. Что, пролазит? Нет, не заходит. Сейчас генератор пуш включу, наверное, полезут они со всех сторон. Так. Где он там был-то у нас? Вот он. Вот он наш столик. Начнем. Вот он наш столик. Пистолет, значит. 40 и 40. 30-40. Так, 25-20. Скорострельность. Еще могу создать, смотрите. Так, так, емкость. Ну и, блин, давайте бронебойность. Соответственно. Отдача, емкость, разброс.
Давайте разбросик сделаем. Опа, нифига себе. И что-то все на этом. Что-то на этом все я закончил. Ладно, лук остался. Вон что надо у нас. Перезарядка, дальность. Что-то я как-то об этом не подумал, оружие. Что-то я не подумал. Ладно. Назад уже не изменишь, да, ничего? Неплохо вышло. Назад уже ничего не изменишь, получается, да. Давайте тогда смотрите. Максимум здоровья сделать надо, наверное. Скорость. Так, это есть, это есть. Колебание оружия. Мастер ножа. Отражение атаки щелкуна ножом. Блин, давайте, наверное, поставлю все-таки. Что делать? Так, усилие ножи не ломаются при... Ага, это захват щелкуна. Ага, понятно. То есть, смотрите. Ножи у нас будут уже... Все понятно, короче. Ладно. Возвращаюсь к ней. Возвращаемся. Потому что иногда щелкуны нападают. Надо, блин... Надо нам отражать ихнюю атаку. Так, что-то я не понял, куда я в другую сторону пошел. Нам нужно сюда. Да. Пока возьму я дробовичок. Дробовичочек возьму. Что она там нашла? Смотрит, да, бумаги. Проверяет какие-то. Так, тут ничего. Здесь у нас ничего. Записки какие у нас тут были-то вообще? А, это про колледж, дневник студента. Радиуса. Ту-ду-ду. Угу. Коктейль Молотова. Ну, все ясно, ладно. Что тут с ними делать? Это у нас лифты. Наверх идти надо. Мы не одни. Может, кто-то из них? Держись рядом. Так. Ты там особо-то не разбегайся, блин. Так, 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 ну-ка. Сейчас какой-нибудь супермонстр как вылезет. Дверь. Здесь забаррикадировано. Так, 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 так. Что-то я не понял юмора. Она туда пошла. Ну-ка, нам сюда. Здесь что такое? Глянь-ка. Блин, нельзя просканировать, смотрите. Точнее, не могу я. О, вот сейчас получилось просканировать. Кирпич взял. Ладно. Короче, знаете, что я думаю? Сейчас, скорее всего, мы там дойдем.
на нас будут нападать. Диктофон, давайте посмотрим, что там. Приблизить, проиграть. Слышали, да? Так что вот так. Короче, видать, сейчас что-то будет. Дробовичок. Приготовлю дробовичок. Нету места. Нету места. Нету места. Вот, вот, зашибись. Самое главное, блин. Кирпидос. Сейчас точно кто-то вылезет, это стопудово. Где она? Девчонка где-то здесь была. Так, секундочку. Зараженные прибегут 100%. Это 100 за 200. Сейчас я осмотрюсь, когда. И они тут толпой, блин. Придется обходить через них. Не обходить, а выходить. Так, смотрите-ка, пятерочку взял. Ага, хорошо. Так, тут ничего нет. Иду дальше. Еще наверняка будет этот здоровый, блин. Будем сжигать его. Так, чуть непонятно, иду я. Нет места. Куча бутылок, видать, их много будет. Да, вот эта дверь. Вот проход у нас. Это наш проход. Это наш проход, да, вон там выход. Сейчас они толпой сюда повалят. Так, вот она прошла. Трупов нет. Это хорошо, да? Ну, пока. Если да. Если узнаем, куда они ушли. Пока да. Смотрите, блин. На улице пока не вижу никого. Черт. Наверное, это щелкуны? Нет, щелкуны не прячутся. Погоди, погоди, не ходи туда. Щелкуны не прячутся, это точно. Так. Берем. Такс. Смотрите, как, куда я пришел. Так, давайте еще вот здесь сейчас посмотрим с этой стороны. Уже потом будет проще идти. Такс. Ага. Плохо, что назад нельзя дверь уже закрыть. Так, тут все ясно. Со шкафами все понятно. Здесь тоже все ясно.
Берем. Кирпидос берем тоже. Так. А, ну вот эта дверца, которую я, да, до нее дошел. Потом вышел с другой стороны. Хорошо. Десяточка. Так, пойдет. Что мы тут можем? Пока ничего не можем. Ни ножей, ничего сделать мы не можем. Так, хорошо. Ну все, тогда что, идем туда, куда она пошла. Генератор сейчас включим. Ну и что я могу сказать? Начнем выход отсюда, потому что их будет тут валом. Видите, куча кирпичей, куча всего, блин, неспроста все это дали. Уж байку достану. Так-так. Тряханем. Вот, смотрите, лаборатория. Тут ничего нету, все вообще как бы. Ага. Просмотрим. Снимок грибка в мозгу пациента, короче. Вот так он разрастается. Снимок грибка в мозгу пациента, все ясно. Ну и все. Так, о чем? Куда идет здесь? Что-то куда-то туда. Генератор этот. Твою мать, обезьяны. Но хоть не щелкуны. Да, никаких цикад. Может, в результате эксперимента они стали макаками? Будем искать, что-нибудь найдем. Цикад нету, обезьяны. Быстрее. Они проводили эксперименты, смотрите, на обезьянах. Клетки мелкие. Как для обезьян. Так. Диктофон давайте прослушаем. Так, слышали? Слыхали, да, короче, одного. Хорошо, что мы не стали злить макак. Он не сказал, куда они ушли. Да, будем искать дальше. Короче, он, наверное, превратился, наверное, здоровый какой-нибудь будет сейчас, блин. Че? Еще вот здесь давай посмотрю. Так, медальон, видите? Вот поэтому я везде хожу и смотрю. Потому что, блин, если брать не будешь тут ничего, ходить смотреть, загнешься очень быстро. Так, шкаф. Берем. Лаборатория, блин, короче, цикад. Скорее всего, он заразился, ну и превратился. И начал нападать на всех. Ну и постепенно, наверное, кто-то заразился, кого-то убили. Вот и все, поэтому и нету никого. Так, давайте-ка приготовимся к нашему делу. Так, ну все. Хоть готовься, хоть не готовься. Так.
готов. Так, зашел. Вот он, трупешник какой-то. И диктофон. Сам себе. Если вы ищете цикад, их здесь нет. Мы уж поняли. Я мертв. Или вот-вот буду. Есть время подумать. Были годы, когда казалось, мы занимаемся полной хер. Хватит, с меня довольно. Давай. Ищите остальных, так они вернулись в больницу Девы Марии в Солт-Лейк-Сити. Там и сидят. Пытаются спасти мир. Удачи им. Ты знаешь, где это? Сам город знаю. Далеко? Ну, не близко, если верхом. Что? Я же говорю, смотрите. Цикады? Пригнись! Вот про это я и говорю. Это что за уроды? Неважно. Мы знаем, куда идти. Сваливаем отсюда. Ну, вот сейчас начнется. Так. Перезарядка. 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 Так. Кто-то на нас напал. Ладно. Будем пробивать, смотреть. Готовим кирпичи. Мастер ножа, скорее всего, нож не ломается. И можно, короче, одного, второго убивать, подкрадываясь. Классно. Так. Выходим. Опа! Есть. Ох ты ж, твою мать-то! Откуда они взялись-то, эти дебилоиды? Блин, а ну-ка давай-ка лечись. Офигеть, короче, я их, честно сказать, не заметил. Так, ну-ка давай-ка. Топорик. Реально я их не заметил, блин. Такс. Секундочку, получится сделать аптечку? Нет. Аптечку сделать не получится. Все, идем. Самое интересное, вот так их не видно. А, вон они, да? Ох ты, блин. Собакины дети. Давай, давай назад. Где они там? Блин, спрятался. Перезарядись. Два. Есть. Блин, живой? Собака. Не убил я его. Так, что делать надо? Что делать надо? Оружие, блин, другое. 9 у нас, да, давайте. Так.
Так. Сейчас. Угу. Так, один вон он. Есть. Блин. Второй вот он. Есть. Готовы? Готовы. Чё, двигаем? Блин, а те куда спрятались, интересно. Хотя можно было дымовуху закинуть, что-то я об этом не подумал. Дымовуху я не закинул, блин. Не видать никого. Так, ладно. Один вроде есть, нет? Есть. Второй где? Второй сидит. Второй сидит, короче, где-то там. Где он там, блин? Собака спрятался где-то. Блин, нафиг я стрельнул? Нафига я стрельнул? Кирпич. Блин, нету, смотрите. А куда он делся-то? Ой, блин! Есть? Есть. Как это я так его просрал? Кирпич нету. Так, бутылка. Просрал я его, конечно, да. Не увидел. Так, 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 аптечку, блин. Не смогу сделать. Че, их много, наверное. Пока что не вижу. Как только появились, надо, блин, кирпички дать. А, вон бежит. Один, два. Давай, давай, молодец. Дальше. Давай, давай. Перезаряжай. Где он там? Вижу. Вижу, вижу, сидит там. Есть. Твою мать! Да ёперный бабай, гаси его! Собака, блин, смотрите, завалил. Ёшкин ты Маташкин, а. Тут чё? Для ствола. Здесь пусто. Пусто, ладно. Дальше. Сюда, по-моему. Если я не ошибаюсь, по-моему, сюда. Пошли.
не вижу. Пока мисс никого. Пока мисс никого не вижу. Так. Это что у нас? А. Это проход насквозь. Что там? Тихо. Пока тихо. Что-то я не понял юмора. Я что, возвратился обратно, что ли? Точно, блин, смотрите. Не в ту сторону пошел. Где-то здесь. Ага. Так. Неплохо, а? Неплохо, да. Да ё-моё. Да давай стреляй. Есть. Она не шибко помогает, я, блин, скажу честно, могла бы побольше стрелять. Ух ты, чё там? Давай, гаси его, давай быстрее. Есть, готов. На. Чё за нафиг? Друзья, смотрите, что за нафиг, я, короче, попал на железяку. Трындец. Прям спиной или животом, блин. Что мне делать? Уходи. Что? Уходи. Блин, что там? Ё-моё. Готов. Раз, два, три. Ох ты ж, блин, смотрите, фигня какая. Ёшкин компошкин, а трындец. Где чертова лошадь? Так, сейчас, секунду. Надо перезарядиться. Никого не видно. Пошли. Иду. Короче, ранил. Джоэл, как дела? Дела пойдет. Я цел. С окном справишься? Ё-моё, давай. Ладно. Капец, ранили меня. Офигеть. Двигай! Я тебя вижу. Чёрт. Так, что делаем? Так, оставайся здесь. Я сбоку сойду. Давай. Элли. Черт. Ты убил моих ребят, падла. Зараза, не дает. Не дает, короче, мне. Есть. Ах ты. Есть. Все, да, идем дальше. Сознание теряю. Нужно тебя вытащить. Нормально. Нет, Джоэл, ни хрена. Пошли. Иду. Двигай. Иду.
одного. Быстрее. Блин, сознание теряю. Все отлично. Так держать. О, давай, давай, еще чуть-чуть. Нет. Идти можешь? Да. Тогда иди, мать твою. Вперед. Иду, 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 иду. Живо. Только не вижу я, куда идти, скажу честно. А вот здесь. Что? Вон, вон, вон. Кто там? Чё там? О, чёрт! Чё там такое? О, молодец. Капец, засада прямо. Джоэл! Вставай! Чё, куда нам? Клади руку на плечо. Так, пошли. Клянусь Богом, я тебя вытащу. Ты мне еще споешь. Ну да. Короче, капец ранили, блин, а. Выживем, не выживем, друзья. Ты здесь. Я открою дверь. Не спеши. Давай. Выходим. Не понял. Есть. Молодец, девчонка. Ты иди ко мне. Так. Так, а чё, куда лечиться-то поскачем, ё-моё. Залезешь? Блин, на лошади тоже весело ехать. Она трясется же вся. Так вот, я поэтому и говорю, что они нападут. Кажись, ушли. Джоэл? Джоэл? Черт. Так, короче, давай, упал. Давай, блин. Скажи, что делать. Давай. Ну вставай ты. Джоэл. Что такое, блин, не понял. Трындец, что ли? Нет, смотрите. Зима наступила. Кролик. Есть. Еда готова. Невелика добыча. Чё, я не понял, Джоэл умер, что ли, или чё? О. Ты его спугнёшь. Не понял я. Так, друзья, смотрите. Стали а мы за... ты? Играть, смотрите, за девчонку. Самого Джоэла нету. Вот ты где. Ага. Поскакал наверх. Так, обсмотр. Быстренько обсматриваемся. Что-то наверх он туда погнал. А, вон вдалеке он там, да? Смотрите, друзья, вторая часть, получается, у нас идет. Она вырастет, выходит так. Девчонка вырастет, и как бы вторая часть, да? Так что смотрите, сейчас вот мы пройдем. Одни из нас.
вот эту версию, и уже друзья, будем проходить потом вторую часть «Одни из нас». Смотрите, сейчас на этом месте я заканчиваю видео. В следующей части начнем с этого момента и уже продолжим дальше. Не забываем подписываться, ставить лайк. Всем спасибо.